Здравствуйте, друзья рыболовы! Сегодня сделаем прикормку, очень простую прикормку. Для нее нам нужны обычные сухари. Я взял панировочные сухари, готовые из пшеничного хлеба. И чтобы наши сухари не сносило течением, добавляем ржаную муку. Буквально пол ложки, то есть в два раза меньше, а может даже и в три раза меньше, чем сухарей. Также добавляем для связки немного воды. И перемешиваем. Получается у нас пшеничные сухари и ржаная мука. Очень простая прикормка, но очень рабочая. Вот наша прикормка падает на дно. Речка с течением, глубина около 2 метров. Проходит около 10 минут, подплывают первые рыбешки. Также ржаная мука придает прикормке более темный цвет. Как видите, рыба становится все больше. Она подплывает и активно кушает нашу прикормку, наши сухари с ржаной мукой. Иногда рыба резко расплывается в разные стороны. Кто-то или что-то ее подпугивает. Но спустя буквально 2-3 минуты рыбы опять становится возле прикормки полно. Сухари с ржаной мукой явно работают 100%. Если бы это были обычные сухари, их бы уже давно снесло течением. Ржаная мука сделала свое дело. Возле нашей прикормки собралась большая стая плотвы. Также вместо ржаной муки можно использовать овсяную муку. Овсяную муку легко приготовить из обычных овсяных хлопьев. Измельчить их в кофемолке. И также добавить к панировочным сухарям и немного воды. Это самые элементарные прикормки, но они всегда будут работать и везде.
Только посмотрите, сколько ее там. Сотни. Как видите, рыба расплывается, но опять короткий промежуток времени проходит, она вся собирается, опять интенсивно кушает прикормку, сухарики работают. Друзья, кому понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь, кто не подписан, всем удачи и до новых встреч!